В зале областной филармонии практически нет свободных мест. Выступления ансамблей «Вольница» и «Казачья застава» всегда собирают аншлаги. Неудивительно, что и билеты на их совместный концерт разлетелись довольно быстро. У меня есть приятельница, они большие фанаты народной музыки, всяких таких выступлений. Вот, ну и сактивировали нас сегодня. Надеемся, что будет все весело и хорошо. Обязательно, без этого нет, конечно. Плясать уж не знаю, но подпевать это обязательно. Все песни знаю. К встрече со зрителями основательно готовились и артисты. За время ограничений, вызванных пандемией, они успели соскучиться по своим поклонникам. Зато создали новые концертные номера. В программе эстрадные песни, народные, такие, которые все знают. Есть премьерные песни от нашего ансамбля, неожиданные. Мы надеемся, что зритель наш нас поддержит и песнями, попоет с нами и, может быть, даже и потанцует с нами. Сейчас вот мы решили поделить концерт с казачьей заставой. Решили, что так будет интереснее и для зрителя разнообразнее. Вот. И как-то немножечко разнопланово будет программа. У нас эстрадная более, а у них, наверное, какая-то своя тематическая. Новинки репертуара действительно пришлись публике по вкусу. Зрители напевали знакомые мотивы и двигались в такт музыке.